Более 70 сотрудников правительства Приморья отправятся наводить порядок на затопленных территориях. Об оказании масштабной помощи таким населенным пунктам распорядился губернатор Олег Кожемяка на оперативном совещании в Спасске Дальнем. Группы из чиновников должны приступить к работам по уборке в домах и на улицах на пострадавших территориях уже в субботу, 19 августа. Вместе с ними на помощь людям отправятся сотрудники администрации муниципалитетов и добровольцы. Для наиболее быстрой оценки ущерба административные комиссии усилят специалистами из других районов. Также дополнительно на затопленные территории будут переданы экскаваторы, погрузчики и самосвалы для вывоза мусора. Передислоцируют из других населенных пунктов и усилят подразделения спасателей и краевых пожарных, которые будут задействованы не только в наведении порядка, но и в просушке помещений тепловыми пушками. В общей сложности в ближайшие дни для оказания помощи в уборке территорий и работе оценочных комиссий отправится более 400 человек. Олег Кожемяка распорядился также сформировать отряды из специалистов краевой ветеринарной службы и Роспотребнадзора для утилизации погибших животных, санитарной обработки территорий, обеззараживания воды. Глава региона особо подчеркнул, что ситуация сложная, и победить ее можно только сообща. У нас одна беда. В крае оно случается довольно часто, но мы должны извлечь, во-первых, уроки, а во-вторых, научиться сообща ее побеждать. Нам помогает федеральный центр, нам помогают наши братские республики, помогают общественные организации, помогает вся страна. Но если мы сами не соорганизуемся, если мы будем ждать, что за нас кто-то должен что-то сделать, ничего не получится. Мы должны научиться побеждать, выстаивать таких стихий, становиться еще сильнее, учитывать где-то ошибки, исправлять эту работу, делать так, чтобы с каждым годом их становилось все меньше и меньше, последствия были наиболее минимальные.